però buona, ti fa stare senza ansia. A me è più piaciuto. Sto dicendo, la versione che si scioglie in bocca non è per me, hanno solo pubblicità in questo periodo, cioè nel senso cercano di vendere quella. Quell'altra è piccolissima, quando giuro. Perché quella ora solubile è più grande. Perché io sono molto pigra, senza alzare da letto metà bocca e dormendo. Perché quando penso che devo alzarmi, prendere acqua, andare in cucina. Con una pasticca così piccola non serve quasi acqua, butti giù. Per... Sì. Non devi tenere vicino la luce, cosa, perché se rovinano subito. Lo so io. Qualsiasi pasticca non devi tenere. Si sbaglia a mano, dai. Ah. Quello non mi piace. Vabbè, io vado, ho fatto già avanti e indietro 10 volte qua. cioè, non voglio stare tutto il giorno, non piace le scarpe. Mi dispiace. Già ho fatto, già andato al prato, già preso. Ok. Quindi la macchina che ho là, vado là. Ah, vai in macchina? Sì, non so se vado da loro, questo punto. A parte così di quando vengo, anche se sono svegliati adesso. Prima finché vestano. Finché non è buio non esco. Fino a che ora è aperto il parco? Fino a 8, 9? Fino a sera, però non è che uscire giorno qua. Salutami Melissa, abbracciami per me. Se la vedo tu. Se la vedo. Ciao. Ti abbraccio io. Non c'è rossetta, ciao. Che è questo? Oh mamma mia. Девчонки, всем тем, которые без конца говорят и думают, что я вымогательница и симулянтка, что я прикидываюсь, что меня затравили до депрессии, сегодня выложу рецепт от антидепрессанта, который против ансия и паника, так как каждый раз, когда я вижу, читаю или вижу эту мерзавку в центре города случайно, у меня начинается паника и тревога, которые очень трудно контролировать, потому что психика расшатана этой травлей бесконечной, что все это вернулось им 100 крат, все, что я испытываю. Поэтому я была на сеансе у моей докторессы, она мне выписала еще лекарство другое, которое более убирает вот это вот состояние тревоги. И назначила мне следующую встречу 4 октября, которую мы с ней вместе думали, что я уже выздоравливаю или совсем выздоровела. К сожалению, это оказалось не так. Каждый раз, когда мне опять какой-нибудь мерзопакостную историю подкидывают, у меня опять начинается депрессия. Я желаю этим женщинам, которые занимаются этой жестокой травлей во главе с Синицыной и Скворцовой, чтоб им вернулось 100 крат все, что я переживаю психически, морально и физически. Особенно Скворцовой и Синицыной.
Хотя я не верю ни в какой бумеранг, ни в какие проклятия. Я в первый раз в жизни такое им желаю. Кончилось время императорских церемоний японских. Сколько можно терпеть? А вот эта вот женщина одна, которая пишет мне на иврите, у нее аватар. Почему она меня обвиняет, что я сделала прививку? Хотя она вроде сама врач, сама медик. И почему она думает, что виноваты вакцины в чем-то, что происходит в Израиле? Скажите мне, пожалуйста, какую вакцину делали в Израиле? Может, им не делали Pfizer? Может, какой-то свой израильтянский вакцину придумали свою? И из-за этого у них не функционирует. Но и то надо эту статистику посмотреть, а не верить на слово людям, которые пишут все эти страсти-мордасти. Во всяком случае, в Италии функционирует. В Италии все меньше и меньше и меньше заражений, болезней, меньше пациентов в больнице. Как бы здесь вакцинация имела хороший, добрый результат, скажем так, эффективный. Во всяком случае, глядя на меня, то, что я хожу до сих пор в сандалях, глядя на меня, я результат двух доз. Вот только что сделал и Марко Римлянин вторую дозу. Он пошел играть с Мелиссой, с моей невесткой, с моим сыном и с другими маленькими детьми в тот же парк. Сегодня выходной у моего сына, поэтому они в парке детском, где играют. Так что Марко сделал вторую дозу. И мы с ним пока не умерли и не собираемся умирать. Единственное то, что мне испортили психику, вот это вот грустно. Так, должна надеть. А, есть два человека, да? Должна чай купить, у меня чай закончился. Пока смотрим чайники. Здесь такие все классные чайники. О, боже мой, где я забыла маску? Неужели я... А, есть. Сколько же персон надо заходить? Мне срочно нужен черный чай. Всякие термосы. Да, сколько... А. Так. Хорошо, что вспомнила, а то завтра на утро нету чая у меня. Бонасера. Такие чаи. Это что такое? Сант-Антонио. Чай Сант-Антонио, что ли? Как мне вот этот чайник нравится. Дизайн. Даже 50% распродажи. Как красиво. И вот это черно-белый нравится, минимализм. Интересно, нету к этому чайнику чашек? Ой, обожаю вот такие вот цветочки с
сколько стоит. 34 евро, девчонки. Вот такие вот термосы с Божьей коровкой. Обожаю с Божьей коровкой, с бабочками. Ну и вот эти какие красивые. Пуся-пуся. С Мелиссой пить чай. Прямо напоминает мне вот Мелиссу. Вот эта вот кружка с чашечкой. А это у меня есть уже вот этот набор. Я каждый день пью с этого набора. Сколько сейчас стоит? €32 стоит набор. А это €16. Всем здоровья и добра.